Здравствуйте, друзья! Уже больше 20 лет Раймонд Паус с женой жил в элитной природной зоне Латвии под названием Балтезерс. Это место находится на берегу живописного Белого озера. Соседями композитора была сплошь латвийская элита, которой на Рижском взморье было чрезмерно шумно. К сожалению, несколько минут назад СМИ сообщили, этим утром случилось страшное. На террасе, которая примыкает к дому, произошло возгорание, и огонь за считанные минуты перекинулся на основное здание. Полиция имеет несколько версий. Во-первых, считают, что дело в гирляндах, которые висели у известного композитора под крышей на протяжении всего дома. Сообщается, что огонь хоть и быстро потушили, но большая часть особняка непригодна для жизни. К счастью, сам Раймонд Паулс и его супруга Оксана не пострадали. Их разбудил пес, который начал тревожно лаять, и они успели выбежать из дома. При этом полиция не исключает поджог. В данный момент изучаются камеры наблюдения, чтобы понять, не было ли здесь злонамеренного посягательства на жизнь. Скорее всего, ближайшие месяцы, как минимум, известному композитору придется провести в отеле или пожить у друзей, ведь, как он говорил на одном из последних интервью, денег у пары осталось очень мало, ведь все музыкальные отчисления, которые он получал, иссякают. Восстановление дома будет стоить огромных денег, но, как сообщают СМИ, Паулс хоть и расстроен, при этом не унывает. Главное, что они с женой остались невредимы. Напомним, Раймонд уже более 60 лет женат на Светлане, с которой он познакомился в Одессе. Это была любовь с первого взгляда. Раймонд приехал на гастроли в составе Рижского эстрадного оркестра, а его будущая супруга работала экскурсоводом. Также у пары есть дочь Оксана. Раймонд говорит, что если что, может пожить у дочери. Пожелаем семье преодоления всех трудностей. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!